50 years ago, a brave cosmonaut named Valentina Tereshkova blazed a trail for women around the world by launching in a Vostok spacecraft to become the first female to fly in space. Сказать, что мой космический корабль был сориентирован так и заложен в автоматику, что вместо того, чтобы тормозная двигательная установка, когда включится, не сталкивала корабль, а наоборот поднимала орбиту. И, естественно, я бы могла и не вернуться.